Привет, ребята, опята. Меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле. А я знаю, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы с вами будем разбирать песню про Russian Reality, которую очень давно просили группа Кис-Кис, а песня под названием «Молчи». Ну а для всех любителей этой группы напоминаю, что мы на канале целый плейлист с разборами их песен. Обязательно почекай, посмотри. И я уже чувствую, как после этого разбора тебе захочется купить себе свой первый, а может быть просто новый инструмент, а вдобавок к нему различные аксессуары. Тогда у меня для тебя есть скидочные промокоды, с которыми покупки будут еще выгоднее. Кирпич 21 действует в магазине Динатон и Укулеле Центр, а промокод Даша Кирпич действует в магазине Skiff Music. А еще ребята из Skiff Music каждый месяц разыгрывают настоящую гитару, поэтому одной покупкой ты можешь убить двух зайцев сразу. Если что, эти промокоды работают как в интернет, так и в офлайн магазине. А вся подробная информация и правила участия в конкурсах по ссылке в описании. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться. И вот так вот она у тебя будет выглядеть. Молчи, когда бухой сосед на свою тёлку кричит, когда в подъезде снова кто-то мрачно торчит, когда в квартиру напротив приезжают врачи. Эта песня звучит, моя песня звучит. Из комнаты, собирая слова по вокзалам, мои мысли горечи полные на леске и под одеялом. Моя юность кажется вечностью через призму стеклянных бутылок. Вид на улице бесконечные и фасады панельных могилок. Все мои друзья по парадной коротают беспечную молодость, лишь бушующий скверный характер, да наивная детская похоть. Дома проще должно быть, казалось, быть съедает все самое лучшее. Не смотри, отпусти глаза вниз, не слушай, молчи, когда бухой сосед на свою тёлку кричит, когда в подъезде снова кто-то мрачный торчит, когда в квартиру напротив приезжают врачи. Эта песня звучит, моя песня звучит. Ну а теперь погнали учиться играть. Разбор на укулеле. Ну и перед тем, как разбирать песню, быстренько скажите, как вам мой новый маникюрчик? Давайте по 10-бальной шкале пишем в комментариях, как вам. И как всегда и как обычно, начнем мы с вами изучать песню с аккордов. Тут есть 4 аккорда, которые будут играться на протяжении всей песни. Первый аккорд – аккорд а-диез либо бемоль. Нажимаем с вами баре на первом ладу. Можете полное, можете не полное. У кого проблема с баре, вы можете посмотреть целый видосик у меня на канале отдельно про баре. Его посмотрите и возвращайтесь сюда. Ставим баре на первый лад. Далее зажимаем с вами третью струну на втором ладу и четвертую струну на третьем. Вот у вас, пожалуйста, аккорд а-диез. Можете упростить данную схему, сыграть баре на 3 струны, на 2. Или вообще сыграть форму аккорда ЕМ, при этом указательным пальчиком приглушить первую струну. Это у вас тоже будет аккорд а-диез. Есть еще читерский способ. Он иногда тут будет звучать, иногда не будет звучать, если вы его выберете. Но этот аккорд можно построить от формы G. То есть вот у нас G. Вот эту форму мы просто берем и переносим на пятый лад. То есть у меня получается третья и первая струна зажата на пятом ладу. Вторая струна на шестом. И при этом мне нужно большим пальчиком приглушить четвертую струну. Это тоже а-диез. То есть, смотрите, вы можете взять такой аккорд, а можете взять такой аккорд. Это один и тот же аккорд, но в разном расположении. Единственное, если вы возьмете вот эту вот форму, то в каких-то моментах, где нам нужно сыграть четвертую струну, она у вас будет приглушенной. Вот так вот открытую струну не оставляйте, потому что у вас получится вот это. Типа, какие-то тюркские мотивы, нам этого не надо. Далее у нас с вами идет аккорд АМ. Зажимаем четвертую струну на втором ладу. Затем к этой конструкции мы добавляем вторую струну на первом ладу, а третью струну на втором, и получается ДМ. И последний аккорд, аккорд С. Зажимаем первую струну на третьем ладу. Вот и все аккорды. Получается бемоль, АМ, ДМ и С. И напоминаю, что эту связку аккордов мы играем от начала до конца в этом же порядке. Купил себе укулеле вот уже несколько месяцев, пытаешься на ней научиться играть, но ничего не получается. Тогда интерактивный сборник «Укулеле по шагам» специально для тебя.
В нем собрана только нужная тебе информация от простого к сложному, без лишней воды и с картинками. А если навести на QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а вся подробная информация по содержанию и как его приобрести будет по ссылке в описании. Разбор на укулеле. Сама песня у нас начинается со вступления-припева. В оригинале они играют аж сразу восьмерку, но мы так делать не будем. Мы возьмем просто мягкий удар вниз на один аккорд. Давайте покажу прям сразу со словами. Молчи, когда бухой сосед на свою тёлку кричит, когда в подъезде снова кто-то мрачный торчит, когда квартиру напротив выезжают врачи. Эта песня звучит, моя песня звучит. По припеву-вступлению, надеюсь, более-менее понятно, повторять его не будем. В конце сразу полностью песню всю соберем. Дальше у нас идет проигрыш. И заметьте, этот проигрыш у нас еще раз будет звучать чуть позже, но пока его давайте разберем. В оригинале у нас с вами играется там восьмерка. И вообще на протяжении всей песни играется восьмерка. По-другому это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Ее играем один раз на один аккорд, но в проигрыше мы можем взять вариант попроще. Мы можем взять или шестерочку, по-другому это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Играть ее один раз на один аккорд. Или взять видоизмененную шестерку, где последний удар мы делаем не наверх, а вниз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Смотрите, как играется этот проигрыш. Мы берем какой-то вот рисунок, который вы выбрали. На первые три аккорда бемоль. А и ДМ мы берем полностью, играем этот бой, который вы выбрали, там, или шестерку, видоизмененную, например. А аккорд С мы играем вниз, вниз, вверх, вверх. Далее берем пальчики, выпрямляем их, ставим прямо на струны, чтобы было такое глушение. И делаем вниз, вверх, вниз, вверх. Очень быстро, то есть... Кому сложно быстро играть вниз-вверх, вниз-вверх, просто сделайте вниз-вверх, а медленнее. То есть смотрите. Или. Это вот такая сбивка, очень прикольно, свежо звучит. Давайте прям сразу с целым проигрышем соберем, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Сначала бой. Еще раз потом повторяем, то есть проигрыш у нас звучит два раза. И еще раз пам-пам. Надеюсь, проигрыш запомнили. Потом мы его еще раз повторим в одном моменте. И начинается у нас с вами первый куплет. Первый куплет вы можете просто играть одним ударом вниз на каждый аккорд, чтобы успеть спеть все эти слова, потому что слов действительно очень много. Особенно много слов на S, на P, вот это всю кашу-малашу пока споешь. Под восьмерку, ну нереально. Поэтому или берем один удар вниз, мягкий, играем один раз на один аккорд. Или берем такой вот некий переборчик. У кого вопросы по перебору, то на канале опять же есть целое видео, обязательно посмотрите. Перебор мы играем 4, 3, 2, 1. Обратите внимание, я играю каждым пальчиком свою струну. И вот тут такой вот нюанс. Если вы хотите, чтобы звучало прям супер повествовательно, берите два раза вот этот вот рисунок на один аккорд. Я пишу тебе это из комнаты, собирая слова по вокзалам. Если для кого это очень сложно и быстро, возьмите, играйте один раз этот перебор на один аккорд. То у вас получится чуть медленнее по звучанию. Я пишу тебе это из комнаты, собирая слова по вокзалам. Мои мысли горечи полные на листке и под одеялом. То есть, надеюсь, понятно. Или два раза. Или один раз. На ваше усмотрение, кто на что гораст, то и берите. Ну а мы с вами соберем полностью первый куплет.
пишу тебе это из комнаты, собирая слова по вокзалам. Мои мысли горечи полные на листке и под одеялом. Моя юность кажется вечностью через призму стеклянных бутылок. Ведь на улице бесконечные и фасады панельных могилок. Все мои друзья по парадной коротают беспечную молодость. Лишь пушущий скверный характер, да наивная детская похоть. Дома проще должно быть, казалось, быть съедает все самое лучшее. Не смотри, отпусти глаза вниз, не слушай. Опа, да, я вот такую фишку тут сделала на последнюю строчку. Отпусти глаза вниз, я сделала удар вниз. Смотрите, как символично, но при этом это будет прикольно звучать, потому что у нас дальше идет с вами припев. Вот, поэтому обратите внимание. Вы можете это делать, можете не делать, право ваше. Дальше у нас с вами начинается припев. В оригинале у нас с вами играется аж восьмерка в припеве один раз на один аккорд. Напоминаю, это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Кому сложно, можете взять шестерочку. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Играть ее тоже один раз на один аккорд. Если и это сложно, то берем пятерку. По-другому это вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Также играем один раз на один аккорд. То есть у вас получается три варианта боя, какой можно взять на припев. Берем. Ну а я покажу с восьмеркой. Молчи, когда в ухо сосед на свою тетку кричит. Когда в подъезде снова кто-то мрачный торчит. Когда в квартиру напротив приезжают врачи. Эта песня звучит, моя песня звучит. Дальше у нас получается опять второй куплетик. Напоминаю, куплеты играем или через перебор, или просто один удар вниз на один аккорд. Вот во втором куплете то же самое. Звучит. Иногда мне становится страшно, что со мной ничего не случится. Убежать и в кого-то однажды, да без памятства просто влюбиться. Мое счастье в том, чтобы вырасти и уехать подальше отсюда. Нету повода больше для грусти, здесь я точно счастлива не буду. Здесь меня никто не удержит, не заставит с собой быть рядом. Тут покоится чья-то надежда, мне такого исхода не надо. А пока наплевать на жалость, задыхаясь вновь эту душу, не смотри, отпусти глаза вниз, не слушай. Опа, помним, да, на последнюю строчку можем сделать удар вниз. И опять заново пошел припев, единственное, мы его сразу повторим аж два раза подряд. Молчи, когда бухой сосед на свою тёлку кричит. Когда в подъезде снова кто-то мрачный торчит. Когда в квартиру напротив приезжают врачи. Эта песня звучит, моя песня звучит. Когда бухой сосед на свою тёлку кричит. Когда в подъезде снова кто-то мрачный торчит. Когда в квартиру напротив приезжают врачи. Эта песня звучит, моя песня звучит. И там дальше пошел переход. Сейчас объясню, что это такое. Переход играем через переборчик, как играли и в куплете. То есть получается так. Если стало тише, молчи. Значит, все в порядке. Молчи. Завтра будет легче. Молчи. Навряд ли. Да, для удобства переход вы можете закончить на удар С. Вот, потому что сейчас будет проигрыш, который мы сейчас учили с вами. Единственное, обратите внимание на такую штуку, что вот в каких-то моментах Baby Moll, он как бы не играется два раза, а он из одной части перетекает в другую. Вот в данном случае мы закончили припев на вот этой «Моя песня звучит, моя песня звучит». Чит. И я пошла вот с этого Baby Moll сразу на переход. То есть, надеюсь, понятно. Смотрите, как получается. Эта песня звучит, моя песня звучит. Если стало тише, молчи. Угу. И пошел проигрыш. И опять пам. В конце у нас с вами остается припев. В оригинале там играется шестерка один раз на один аккорд. Но какой удобно бой вам играть. Вот такой вот там и сыграйте. Молчи, когда бухой сосед на свою тёлку кричит. Когда в подъезде снова кто-то мрачно торчит. Когда квартиру напротив приезжают врачи. Эта песня звучит, моя песня звучит.
все части песни посмотрели, теперь давайте ее соберем полностью от начала до конца. Молчи, когда бухой сосед на свою тёлку кричит, когда в подъезде снова кто-то мрачно торчит, когда в квартиру напротив приезжают врачи. Эта песня звучит, моя песня звучит. Комнаты, собирая слова по вокзалам, мои мысли горечи полные, на леске и под одеялом. Моя юность кажется вечностью, через призму стеклянных бутылок. Вид на улице бесконечные и фасады панельных могилок. Все мои друзья по парадной коротают беспечную молодость, лишь бушующий скверный характер, да наивная детская похоть. Дома проще должно быть, казалось, быть съедает все самое лучшее. Не смотри, отпусти глаза вниз, не слушай, молчи, когда бухой сосед на свою тёлку кричит, когда в подъезде снова кто-то мрачный торчит, когда в квартиру напротив приезжают врачи. Эта песня звучит, моя песня звучит. Иногда мне становится страшно, что со мной никогда не случится убежать и в кого-то однажды, без беспамятства просто влюбиться. Мое счастье в том, чтобы вырасти и уехать подальше отсюда. Нету повода больше для грусти, здесь я точно счастлива не буду. Здесь меня никто не удержит, не заставит с собой быть рядом. Тут покоится чья-то надежда, мне такого исхода не надо. А пока наплевать на жалость, задыхаясь вновь эту душу, я не смотри, отпусти глаза вниз, не слушай, молчи, когда бухой сосед на свою тёлку кричит, когда в подъезде снова кто-то мрачно торчит, когда в квартиру напротив приезжают врачи. Эта песня звучит, моя песня звучит, когда бухой сосед на свою тёлку кричит, когда в подъезде снова кто-то мрачно торчит, когда квартиру напротив приезжают врачи. Эта песня звучит, моя песня звучит. Если стало тише, молчи, значит все в порядке. Молчи, завтра будет легче. Молчи, навряд ли. Торчит, когда в квартиру напротив приезжают врачи. Эта песня звучит, моя песня звучит. Ну а если у тебя остались какие-то вопросы по песне, то обязательно потыкай по тайм-коду, я там все подписала, расписала. Или напиши в комментариях, я постараюсь на все ответить. Если тебе понравился данный разбор, то обязательно поставь ему лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню или мелодию мне разобрать. Тема рабочая, вы пишете, я разбираю. Все очень просто. Ну а для тех, кто хочет поддержать меня в финансовом плане, вы можете донать любую сумму на донат Альрес или подписаться на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Не получилось, не фортануло. Бим, а вот ты можешь не бегать?